взглянуть ему прямо в глаза. В прямом смысле этого слова. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Станислав, и Артёмыч, и, конечно же, библиотекарь, которому мы будем сейчас смотреть глаза. Как не вовремя ты появилась, скотина такая. Ты поближе не подходи ко мне. Тихо! Ёб твою налево! Ты чё такой борзый, а? Воу-воу, дверь я не успею открыть, не успею. Успел открыть? Да ладно, тебе повезло мне, да? А, блин, нормально, архив за русского у нас пошло. Весело так. Не даже как выглядело то, что я пытался найти. Но неведомый ангел-хранитель помог мне. Да, ребяточки, только что мы загрузились, начали уже играть, и опять нас за русского. Нормально, ладно, нажимаем другую клавишу. Архивы, библиотека. Так. Но это же не все, наверное, там еще есть падла. Вон, смотрите. Две обезьяны пришли есть. Две гориллы. Так. Ну ладно, сейчас к ним придется идти. Тоже, блин. А, да, поменяем против вас, потому что нам расхерачили его совсем в прошлой серии. Так, наверное, я свет выключу. А пойдем вот таким путем. Сейчас попробуем их обойти. Они хотят кушать себе, а мы поставился обойдем. Не знаю, я ну-ка убери. Ну ладно, я все-таки поставлю. Так, пройдем сейчас по-тихому. Вот, смотрите, стекло, походу. Так, вот я так не могу разобраться просто. А, вон стекло. Так, давайте, да? Сейчас по-тихому пройдем. Аккуратненько. Так, выключаем. Дальше пошли. Аккуратно, аккуратно. Все, идем. Так, чувачок, что у тебя? Патрончики, это отлично. Так, блин, мы же почти косарь целый собрали. Целый косарь, и будет... Это же плохо, если я его потеряю. Либо меня его отберут. Как это было в Сталкере. Бандиты на меня напали и все деньги отобрали. То оно и на то есть, все эти бандиты. А по-моему, загрузка раньше была здесь. Или не здесь, или там была. Тут уже, блин, все поменял, и я ничего не помню. Так, давай, мы его обошли. Предлагаю зарядить фонарик. Мы можем идти потихонечку вперед. Так. Ага. Сколько часов? Против вас сними. Тут не надо протираться, я думаю. Так, все равно ты нас сейчас исполнишь. Хорошо? Окей. Так, а как ты там дрался у нас? Что-то я совсем всегда забываю это. Да, ладно. Не буду сейчас разбираться, блин. А, во, все, понял. Хорошо, если на нас нападут, то мы его, блин, врежем ему. Так, наверное, прыгать. Паркур! Тихо. Ой, ёпта! Это плохо. Это плохо, что набрушивается все. Хреновенько держится у вас потолки. Так, кто-то забыл, но мы заберем. О, у нас уже 30 минут есть. Ой! Ой, как я упал, не удался. Ой, Артём, что там живой? Хорошо, что ты в воду упал. Тебе реально повезло. Аптечка есть? Давай тебя подлечу. Подлечись. Блин, тут что электричество херачит? Ой, как мы удачно упали. Нам реально поспортило. А тут паспортил, тут все равно надо протягивать, я мы. Тут, видимо, радиоактивно очень. Блин, это повезло. А тут не повезет уже нам. Где эта скотина? Ой, смотри, давай глаза посмотрим. Не прыгай сюда, я здесь хочу. Тихо. Ой, не нажимаю. Твою мать, сука такая. Трешь. Ой, ему, да, порез. Все, давай, валим. Все. Тихо. Ай, тихо, не застревай. Сейчас мы немножко убежим от него. Ой! Тихо. Падаем куда-нибудь. Тихо. Так, по лестнице умеет лазить. Тихо, куда оно? О, улезло куда-то. Так. Какая-то черная уже горилла пошла, не белая, какая-то черная. Черная, она агрессивней. Наверное, сильнее все-таки. Хотя, может, надо было поверху пройти, я не знаю. Где она бегает? Это он убегает. Ладно, не хочу с ним связаться. Куда нам? Так, о, подожди секундочку. Тут надо тоже забрать. Тут чувачок какой-то лежит, но... Да, я прыгнуть не могу почему-то. Не могу к нему очень тяжело добраться. Ладно, хрен с ним. Давай нам сюда куда-то. Вентиляцию, ну полезли. И сюда, а вот сюда надо. О, полезли, давай. Пролезаем. Скелетики, мухи. Что-то лагануло немножко. А ну-ка, сними.
О, все. О, кто-то потерял. Один сапожек остался, блин. Че такое? Кто это сейчас стукнул? В говно наступили, что ли? Ой, чё? Ой, 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 больно! Чё, зверел там? Ты меня, блин, цапнул, блин. А это кто насрал, блин? Так, ладно, пошли дальше. Так, падаем. Аккуратно, так. Ищем, значит, карту метро. Нам надо найти, где находится именно D6. Вот как раз поэтому, что мы здесь делаем, кто не знает, ребятушки. Я вам объясню, так оно там бегает. Нам надо найти эту карту. А где искать, тоже неизвестно. Так что будем искать. Так, аккуратненько, слезем. Если что, я могу ножиком. Так, нет, вымя за жалку. Опа. Так, тут никого нет. Это хорошо. Но оно где-то прячется. Нет, куда нам надо подойти? Два прохода. Вымя, вымя карту. Так, куда туда надо? Упс, я упал. Видимо, палевно. Что ж, мне кажется, что я очень палевно упал. Давай вот так возьму. Если будет агриться на меня что-то. Что-то... Ой, 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 ой. Тихо, тихо, тихо. Блин, я в тупик прошел. Меня надурили. Куда идти-то? Видимо, не сюда. Вы меня, блин... А, туда куда-то показывают теперь. Видимо, я не туда пошел. И зря, наверное, это сделал. Но меня что, ступик заманит? Да эти со мной не будут разговаривать. Они не хотят вообще дружить. Тихо, тихо. Ой, ё-моё, разбудил. Ложись спать, ну, баенький, давай спать, спать. Ну, куда ты пошел? Блин, ну, спал же спокойно. Блин, хреново. Разбудил ее одно чудище. Ну, теперь будет за мной бегать, да? Какой-то уже аутлас, какие-то канализации. Это стрёмненько немножко. Ох, лестница. Давай, быстренько. Он лазить со мной не умеет. Давай, 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 давай. Так, еще выше. Поднимайся, поднимаемся. Так, отлично. Правильно. Да, вроде бы правильно показывает. Аккуратненько, чтобы нас не долбануло, блин. А оно долбанет вообще? Да не, вроде бы не задевает. Прикольно, как будто бенгальские огни, как будто. Классненько, классненько. А, тут физики нету такой. Раньше я все время падал. Когда на эти доски наступал, они ломались. Где-то там внизу. Ладно, хрен с ним. Да, они хорошо хоть их приварили, приклеили. А то они, блин, я бы провалился опять. На эти, блин, досках. Ну, это хорошо. Движок просто другой уже, да? Все поменялось. Кстати, физика другая стала. Это хорошо. Так, ладно. Что падать? Ну, падаем. Ядрёныч! Ебать, ты ё-мать, сука! Блин, как так напугать можно? Я же сидел там посрать, может, захотелось, блин. Какого хрена ты на меня нападаешь? Гандон, блин. Да, блин, ну что я вас разбудил? Блин, просто фонарик. Вы же слепые вроде бы. Какого хрена вы меня видите? Блин, прилез. Напугал меня, конечно, хорошенько. Так, тихо, нахер. Так, кнопки путаю, не очень рядом стоять. Так, куда мне? Проход запрещен. Там мне плевать как-то. Так, 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 аккуратненько. Дальше тут заглянем. О, тут смотри, что-то есть. Позвонить никуда не дадут. Так, ничего здесь нет полезного, не? А нет, смотрите, нет ключика, главное только. Еще, по-моему, последний раз мы видели как раз дополнение, когда играли. Тоже были эти архивы, по-моему. Мы как раз здесь карту метро нашли. А теперь нам надо найти карту D6. Ищем, значит, D6. Так, тут ни черта. Какая-то папка. Без названия вообще непонятно. Какая-то хрень. Все, не надо. Закрывай. Надеюсь, там нас не услышат. Так, 69. Да вы тоже, ребятушки, ищите. 70, смотрите. Артемыч, спались, ты очень. Ну зачем ты это так делаешь? Так ты-то ничего не дашь. Да нет, нет, нет. Смотрите, ребят, сейчас мы найдем. Сейчас я сам тоже смотрю. Так, так, D6, D6, 49. А нет, 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 не то, не то. 48, нет, 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 не то, не то, не то. 37. 34. Нет, нет, ну что ты берешь? Ну ты же цифры смотри, вон цифры, я же даже вижу. Вот, 30, вот, да, вот, 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 смотри. D6, смотрите, я вам что. Совершенно секретно, ты смотри, а?
Российская Федерация, а там сзади карта метро целая прям. Охренеть, как круто, да? Там даже прям написано, блин. Герб России приклеили. Круто. Ну, очень палевно было. Как ты, Артемыч, этого не заметил? Это тоже, да. Так, анимация бега. Мы бежим. А, тут уже открыто, нормально, было закрыто. Так, я не нашел ключик, никакие папки я не нашел. И все. А так мы все нашли, что нам надо. Карту, да. Угу. На Спарту, наша глава. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Угу. Так, значит, на Спарту. Окей, за нами приедут. Надеюсь, что да. А они же обещали приехать. Надеюсь, уже не метро будет добираться. Мельник приедет домой. О, крыски. О, там кто-то был. По-моему, упыренок. Так, на поверхность вылезай, Артём. Блин, уже ночь кромешная. Ползи, ползи, ползи. Давай. Так, они приехали вообще. Так, мы вышли. Никого нет. А, нет, есть кто-то. Дружбан мой. Попрощаться пришел, да? Да уже попросил. О, приехали все-таки. Ты смотри, машину взяли. У немцев украли, да? Фашисты. Кто приехал? О. О, там меня хватает. Давай, садись. Я даже за стол. Возьмите. Артем, у тебя получилось. Я не согласен. О, мельник. Ульман, походу, да? Круто. Да, нашел, смотри, карту метро целую. Глянь. Целая папка, D6. Угу. Круто, да? Храм видел. Да-да-да, Ханыч. Это он нам помог тебя разыскать. Круто. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Ну, блин, ну... Я тоже не понимаю. Блин, тут еще анимация будет? Прикольно. Мы же сейчас поедем, да? Как ты карту положил? Схвал, блин. Танцуй. Слушайте, классно, смотри. Класс, что будем кататься в машине? Блин, да вообще класс. Куда меня вообще посадили? Я тут не выпаду. Вау, прикольно. Этого точно не помню. Едем, едем, сосенчицу. Круто, круто. О, приехали. Круто, быстро мы доехали. Там какая-то, смотрите, Наташа. Не знаю, кто-то. Вентилятор у нас из нафта. Икон какая-то. Слушайте, дайте мне посидеть в машине, можно покататься? Машина дальнобойщика какого-то бывшего. Ульман у нас, наверное, бывший дальнобойщик. Так, что, уже высадили меня? Круто, слушайте, а мне нравится так. Что мне делать? База сталкера. Ознакомиться с базой и собраться у мельника. Хорошо. Давай заодно посмотрим все здесь. Так. Блин, я хочу просто... Нет, нет, не то. Вот так, все. Вот, все, похожу просто, посмотрю. Вот эта машинка, поближе хоть глянем, какая она. Да. Володя, очень приятно. Можешь выбрать что... О, здорово, Володька. Все, что покусь, а бесплатно? Давай. Тюнинг. Только новейшая техника. Угу. А может что-то прикупим новенькое? Да то старое, это старое. Давай для пистолета. Возврат, замена. На что ты хочешь поменять? Не хочу. Вот это калаш мы попробовал новый. Велопал, смотрите, тот же велик, который мы тестировали, по-моему, в дополнении одном. А его как раз здесь добавили, потому что я раньше не... Все, что ли? Ты издеваешься? Давайте я попробую вот этот калаш 2012, новый калаш. Тюнинг заодно сделаем. Самый крутой прицел, удвоенный, да. Кстати, бесплатно? Да ладно. Ну тогда ставим все. Смотрите, все сейчас поставим. Глушак. О, все. Все поменяли, ПНВ мне не надо. Вот до сих пор меня здесь ложит, типа я его не найду в игре. Нет, я уже давно нашел ПНВ. Его несколько раз можно за всю игру найти. Так, я, блин, зачем-то все патроны вас обворовал. Ну, мне это не надо. Мне сколько уже там, блин, 912 денежек этих. О, папочка, отлично. Давай почитаем. Ух, какая длинная. Ладно, почитайте, ребяточки. Почему церковь? Ну, хорошее убежище, если что. Тем более, никто бы на церковь нападать не будет. Даже эти фашисты и мутанты. Тут все-таки еще такое святое все, да? Так, база. Я вас сфоткаю. Типа, тут база ваша. Круто. Так. Что-то они со мной не разговаривают. А куда мне идти? Не сказали. Это церковь. Переделали церковь. Нормально. О, Ульман, что ты там делаешь? Здорово! Молодец. Давай, бери еще. А ну, давай глянем, как ты рубишь. Давай анимацию посмотрим. Нихера себе, как они у тебя классно летают. Я бы тоже так хотел, смотри, а ну хуяк! Круто, мне нравится, пошли дальше. Весело все-таки, немножко.
Так, это второй этаж у вас, храм. О, мельник меня уже ждешь там, погоди. О, Ханыч, здорово, погоди, я папочку только возьму. Ханыч, можно я почитаю? Сейчас поболокай, блин. Так, Хан. Хан, вот почему церковь, вот это почитайте, ребяточки, тоже. Кому интересно. Здорово. Привет, дай поговорить. Ну, о. Здравствуй, Артём. Ага. Вот мы и встретились. Да, привет, привет. Я тоже рад и видеть тебя. Джентльмены здесь уютно устроились. Ага. Церковь, как классно. Я слышал, полис не спешит тебе на помощь. Не спешит. Что будешь делать? Вон, спартанцы помогут мне, ребята. Молчишь. Да я не молчу. Ты вращаешься в охотник. Какой охотник? Обдумай свой путь еще раз. Артём. Что еще думать можно? Как знать, куда он тебя приведет. Ну куда ты ж приведет? Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Да я ничего насилие не сел. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда все сказал? Не вырвутся из этого круга. Я тебя трошки не понимаю, конечно, ну, ладно. Думаю, я сказал все, что хотел. Ну? Теперь мне пора. Куда? Ты что, с нами не пойдешь? Ну ладно, какой, блин. Пошел бы с нами, помогал бы нам. Вдруг там какие-то духи будут, например же. Эти шары электрические. А ты не хочешь мне помочь? О, мельник, давай. К тебе. Я тоже тебя возьму на превьюшку. Будешь у меня стоять. О, смотри, как классно, а? Хопа. Да, мельник, давай. Д6, я вижу. Чего ты папку не открыл даже до сих пор? Не очень-то и полезные бумаги. Как это? Все намеки, намеки. Хотя вход в Д6 тут обозначен. Ну так, поехали. Значит, нам туда дорога. Да, сейчас поедем. Куда ты там? Ты готов? Сейчас, погоди. Так, можно ты, блин, ты что ж тут такое? Я бы посмотрел там. Так, Останкино там написано, да? Что тут у нас там ВДНХ? Так, а где у нас Д6? Это там плохо видно. Ладно, давай, готов, конечно, пошли. Ну как тут у нас дела? О, ребят, вы уже все здесь, готово, давайте. Бульман. Молодец! Володя. Да ладно. Все снаряжение готово. Давай, патроны есть. А вы, ребята? Готовы? Ханич же не идет с нами, да? Погоня. Ладно, Ханич, остается, а мы пойдем. Нам путь в Д6 прямиком. Ну что ж, погнали, ребят. Я еще раз фоткаю тебя на память. Красиво, да? Кто там опять свистит, а? Блин, все-таки не могу посмотреть поближе. Ну ладно. Надеюсь, вы там все увидели. Тут такие текстурки не очень голимые. Не очень такие минимальные. Так, ты мне что-то скажешь еще? Дорогой мой, дорогой. Ну что ж. Думаю, я сказал все, что хотел. Ага. Теперь мне пора. Прощай. А ты тут останешься или ты сейчас уйдешь, да? Ну ладно, уходи тогда. О, ребят, погодите, погодите меня, погодите. Где вы там спустились уже? Погодите, погодите, стойте. Как, куда же вы без меня? Стой, они же ушли. Я ж куда знаю, куда идти. Во, стоять, ребят. А вы что, прям все идете или? А, кто-то остается? Ну, давайте. Честь отдаем и давайте. Удачи. Нам тоже удачи не позже. О, тут подземный переход, нормально. Ну, я пошел тогда. Здорово. Все, вот тут будешь учиться, да, понял? На программиста, да? Ладно. Все, пока. Может, когда-то еще встретимся. Ладно. Идем. Вау, блин. Да это что тоже я не помню. Смотрите, какая-то шахта уже. Крыски бегают, блин, плохо видно. Я вам свет включу. Красиво. Блин, ну все-таки смотрите, как реалистично все, конечно. Очень сильно. Реализм какой-то. А если присмотреться, то не очень, да? Это подвалы старого храма. Давай, я собирайся. Вижу. Что-то я перебей, Ульман что-то говорил, а ты там не сказал, до конца сказал. Ладно, темный глава тоннель. 6, Д6. Грохот колес, запах смерти. Так начался наш путь в Д6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Думаю, ребятушки, когда доберемся до самой цели Д6, думаю, там серию закончим. Потому что еще рано заканчивать, мы едем. Если верить карте, в Д6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Так, а как попробуй я тут сижу, так я не упаду? Киевская? Киевская, о, на Киев едем. Так, чего ж ты такое говоришь? Там укропов нет. И хохлой. Была война, и киевляне завалили туннель к банку. Ходят слухи, что люди спасли и погибли. Ой-ой-ой, что-то мне, блин, это закачало. Ой-ой-ой-ой-ой. Хрень. Артемыч, держись. Что-то мне качнуло немножко. Да, действительно, ерунда. Киевляне нормальные люди. Да, действительно. Сейчас согласен. В этих туннелях всю свою семью потерял. И не помню, как это случилось.
Ой, блин, Артём, что тебе пуганы такое? Да я вижу, что-то происходит. Блядь, всё знаете. Ребята, спасайте меня уже. Упал что-то. Ладно, сейчас разберемся. Выясним, в чем проблема наша, блядь. Ну, что такое? Ого. Какое-то дерево. Красиво. Артём. Куда мне идти? Ладно, пошли. Вау, красиво, конечно, все. Мне туда точно. Да. Класс, мне нравится. Смотрите, как все красиво сделано, блин. Подход какой интересный, а? Это же Маша. Маты на Маша. Ой, господи, мама наша, походу. Я ее видел, по-моему, в трейлере раньше. Я ее в трейлере видел, маму эту. Тогда еще, блин, чуть ли это не заревел. Блин, я не знаю, ну давайте пойдем, блин. Да прощай, я пойду, меня черный зовет. О, смотри. Смотрите, они стоят там. Блин, все-таки очень красиво все. Давайте пойдем все-таки. Артём! Что? Артём! Что такое? Артём! Блин, меня походу это разбудили. Сознание меня привели. Они светит ему. Да все, живой. Все, хватит, фонарь выключи. Он приходит в себя. Да, пришел я себе. Не дали мне погулять. Убери свет, ты его слепишь. Артём, все в порядке? Да нормас. Ты можешь встать на ноги? Да поднимите меня лучше, а то я, наверное, не встану. Что это было? Да бывает, у меня глюки такие. Вот и я по затвору. А, вовремя приехали, я пока отдохнул, поспал немножко. Чё ж тут такое страшно? Проверяй давай, самый мелкий там. Кто их порезал, интересно? Будем открывать гермозатвор. Какой-то диверсант. О, ну берите тогда, чините это. А мне пушку дадут новую, круто. Они, блин, не политые, и так газа мало в России осталось. Качай, качай, давай, Газпром. Найди схему первого блока. Тихо, что мне придется сейчас терять? Погодите, кое-что еще интересно. Что это такое? Патронешка. Какая-то пасхалка, что ли? ЛКМ и... А, да, вот так? А, ну камни не надо, ладно. А ты догадайся, кто? Сейчас, погоди. Погоди, я... Блин, не, ты мне что, пушку бросил? Блин, понял? Сейчас, погодите, мне пушку для чего дали? Сейчас, палим, Газпром весь. Так, красота, так, выпалим вообще. Давай. Главное, что я ходить могу, вы меня не достанете, ребят. Так, главное никого не пропускать, это я уже понял. Давай, палим, всех спалим сейчас. Ой. Как зарядить эту хрень? Блин, я забыл, как она заряжается. Давай, качай. Ёп, твою надева ты, ё-моё. Давай, ребят, поддержите меня немножко. Давай, качай, пока туннель не спалился. Так, давай, держи, сейчас добавлю, сейчас шашлычка. Тебе немножко, смотри, как вкусно, а. Сейчас, погодите, ребят, еще заряжу трубку. Давай, ты качай. Что-то не качается, ладно. Пока есть палим, значит. Давайте, ребяточки, последний выключатель, я пока... Кто? Блин, неужели шар? Я же говорил, Ханича надо было брать, Ханича. Скорее! Аномалия совсем рядом! Аномалия, блин, я понял, блин, ребята, гляди, я ее... Давай! Да быстрее, ребята! Ребят, давайте быстрее пушку тоже хочу забрать. Сука. Какого хрена эта сука не заводится? Заводи ее. У меня уже свет не работает. Да электричество, блин, помехи пошли, заводите, блин. Давайте едьте, во. Херану, молодец, поехали, давай, едь. Во, я отойду, блин, меня тут... заскакивайте, ребят, давайте сюда, до нас запрыгивайте. А, закрылись, отлично. Она не пролезет, ну хорошо тогда. Я тоже согласен, не хотел бы я тоже оказаться. Дайте пушку, верните мою пушку, любимую. Я с этой ходить не хочу. На очень хреново, наверное.
Да даже заряжаться нормально не хочет. Так. Ребят, ну какая-то хрень. Дайте мне пушку. А, вылезти уже можно. О, спасибо, давай верни. Все-таки мое получше. Попробуем заодно. Так, дышать. Ну пошли в дышать. Дома? Не дома, может в заднице? Шутка, да? Сейчас погодите, ребят, погодите. Стоямба. Без меня никуда не идите. Так, там у нас туннель, блин, прицел прикольный. А, нету ПНВ. А вот здесь есть теперь, это хорошо. И здесь его теперь нету, блин, это хреново. Ну тогда будем здесь суретить. Так, пошли, ребят. Ах, опять загрузка. Думаю, ребяточка, из этих загрузок, и думаю, наверное, здесь закончим. В следующей серии будет наши D6. Не мог проникнуться этот могучий термозатвор. Ворота оказались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. Так, ребятушки, наверное, мы здесь закончим наше в этой серии, наше прохождение. В следующей серии встретимся. Потом, ребятушки, давайте загружайся. Так, мы провалились, но это полдела. Впереди самое серьезное. Ульман, ты командуешь штурмовой бригадой. Борис, Степан, вы прикрываете этого шута. Артем, Володя, вы со мной. За дело. Хорошо, ребятушки, я... Давайте, ребятушки, в следующей серии уже пойдем. Куда мы там шли, в дышать, да? Все, ребятушки, поэтому, если вам нравится, не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал, лайк позитив. А так, ребятушки, встретимся в следующей серии. Все. До скорой встречи, всем пока-пока.